Никто, кроме нас, в военной академии прошли праздничное мероприятие ко дню защитников Отечества и вооруженных сил Белоруссии. Молодежное крыло Белорусского союза женщин поздравило военнослужащих. Мы привезли сюда курсантов МЧС, МВД, БНТУ, девушек, у которых есть военная кафедра, а также студенток Белорусского государственного университета физической культуры, потому что у них на территории действует территориальная добровольная дружина. И эти девушки несут охрану правопорядка на территории города Минска. Для гостей провели масштабную экскурсию по академии, рассказали о современном вооружении, провели мастер-класс по стрельбе в мультимедийном тире и не только. Я сегодня впервые в военной академии. Мероприятие в целом очень-очень классное, нам очень сильно нравится. Больше всего понравилось стрелять с лазерных оружий. Это здорово, что у нас есть такие защитники Отечества, и мы очень гордимся ими. Мероприятие замечательное, очень все понравилось. Другая совсем всем специфика, нежели у нас в МЧС, военные, познакомились с оружием, таким, которым даже я раньше не видела, если честно. И новые какие-то знания, всегда интересно, обмен опытом. Мероприятие проходило преимущественно на базе факультета внутренних войск Академии. К слову, в этом году структурное подразделение отметило свое 30-летие. Двухуровневая подготовка – это подготовка первой ступени. По квалификации – это управление подразделением внутренних войск. Вторая ступень образования – это военное право. Вот присуждение в степени магистр юридических наук, либо военных наук. Первая ступень обучения длится 4 года. Основной упор на практическую отработку полученных знаний. Предусмотрено проведение 4 войсковых стажировок. Я решил поступать в Военную академию Республики Беларусь, а именно на факультет внутренних войск, для продолжения семейной династии, потому что мой отец служит в Министерстве внутренних дел, и по его стопам я решил пойти и поступить на факультет внутренних войск. Мечтаю с ранних лет проходить службу в специальном отряде быстрого реагирования Республики Беларусь. Я поступил, потому что факультет внутренних войск является непосредственным лидером в качестве продукта, дает юридическое образование. Планирую распределиться в часть 54-48 на должность командира взвода и непосредственно нести службу именно там. Кроме того, факультет внутренних войск уделяет внимание и военно-патриотическому воспитанию молодежи. Один день из жизни курсанта, где выпускники школ прибывали сюда из Минской области в течение недели до 20 человек, выполняли обязанности курсантов с утра и до позднего вечера. Проводим работу и в школах, проводим дни мужества в детских садиках и во многих других организациях. За годы существования факультета было подготовлено более 1600 офицеров. 200 из них закончили обучение золотой медалью и дипломами с отличием. Есть успехи и у преподавательского состава. Так, 3 сотрудника – кандидаты военных наук и 4 – юридических. Сегодня в условиях современных вызовов и угроз факультет внутренних войск является флагманом в подготовке кадров. Большое количество выпускников служит в службе безопасности президента Республики Беларусь, в Комитете государственной безопасности, конечно, и во внутренних войсках Министерства внутренних дел. Хочется еще раз поздравить всех защитников Отечества с праздником и пожелать и дальше достойно служить своей стране. Поздравляю всех с Днем защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. Желаю всем добра, здоровья. Спасибо, что достойно несете свою службу, а мы всегда можем на вас положиться. Мужество, мирного неба над головой и счастье. Также продолжать нести свою службу, защищать нас, мирных людей. Крепкого здоровья, успехов, удачи во всех начинаниях карьерного роста. Любим родину, любим родителей, любим президента, любим Беларусь.